Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как самостоятельно можно убрать головную боль, боли в шее, межреберную невралгию и все это через одну только мышцу, верхняя трапециевидная мышца. Сразу три техники вам покажу, и они делаются одновременно. Убирает триггерные точки, убирает фасциальное укорочение и внутримышечную спайку миофиброз, миогиллез. Пользуемся, смотрим. Так вот, как отработать трапецию самостоятельно? Опять же, это свалка верхнего плечевого пояса. Она крепится и к затылку, может головную боль создавать. И к шее, может из-за этого шея болеть. И к ключице, может из-за этого плечо болеть. И к средней части спины, может замыкать под лопаткой, по типу невралгии боль быть. В общем, берете свободной рукой, то есть на противоположной стороне. Допустим, болит правая сторона, левой рукой дотягиваетесь до трапеции. Примерная схема ее здесь отображена. И вот таким вот образом, перебирающим, проходите себе по надплечью по трапеции и обозначаете для себя самые болезненные точки. Допустим, она будет где-то ближе к позвоночнику. И вот так надо зацепить ее. То есть, если приподнять лопатку и опустить, то есть ее можно легко найти и ущипнуть. Может быть в этот момент натяжение в глаз, в ухо, в шею, в плечо, но вы держите этот защип и двигайте головой налево и направо, налево и направо. Таким образом устраняются сразу три больших неполадки. Это триггерные точки, фасциальное укорочение и внутримышечные спайки по типу миофиброза, миогиллеза. Это когда мышца сама в себе внутри умирает. Кстати, сейчас показывается ссылка вам, где я показываю, как на ком-то это сделать. А здесь я показываю на себе. Продолжаем дальше. Находим другую точку и делаем то же самое. Ущипнули и поехали головой в одну сторону, в другую. Качаем до тех пор, пока мышца не расслабится. Пока вы не почувствуете, что никуда боль не отдает, либо прямо она из-под пальцев выскользнет. После этого снова проходимся еще раз. И проверяем эти точки. Если они стали безболезненные, то можете технику заканчивать. Повторять можете на следующий день с периодичностью 1-2 раза в день. Еще раз. Нашли, ущипнули, покачали головой вправо-влево. Эту технику вы можете использовать как на одной, так и на другой стороне. Не забудьте, да, не этой же рукой работаем, а противоположной рукой. То есть работаем слева, правой рукой, справа, левой рукой. Можете это также попробовать на своих родных, близких, товарищах, стариках, детях, животных, всем, кому это нужно. И получать эффект. Еще раз, головная боль пройдет, боль в шее резко отпустит. А также пользуйтесь другими видео, которые я показываю по самооздоровлению, исцелению. Пользуйтесь.